сможете укрепить ваши руки. Упражнения будут балетные, и мы их будем делать из положения стоя. Стоять мы будем по первой позиции, пятки вместе, носки врозь, спина прямая, живот в себя, ребра в себя, поясница длинная, лопатки давим вниз. Итак, мы будем делать раз, два, три, четыре, ручки кругом. Поднимаем наверх, плечи вниз. Два, три, четыре. Раскрываем руки в стороны. Три, четыре. Делаем вздох и опускаем. И повторяем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки наверх, а плечи вниз. Вытягиваем спину. Раскрываем. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Руки наверх, плечи вниз. Три, четыре. Раскрываем ручки. И делаем вздох. И опустим. И чуть побыстрее. Раз, два, три. И вниз. И еще. Два, три. Сами растем наверх, постоянно раз, два, три, и вниз, и еще, два, три, вниз, раз, два, три, стоим, держим руки, они начинают у нас уставать, но мы продолжаем их держать, лопатки давим вниз, затылок подтягиваем наверх, тянемся, тянемся. Еще, еще, еще вытягиваемся, ягодицы зажать. И трясем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Руки подняли наверх. Это ваш отдых. Отдыхаем. Плечи сильно давим вниз. Стоим. Тянемся. Вытягиваемся. Живот в себя. Ягодицы зажать. И опять руки раскрыли в стороны. И держим 8. Пульсируем 7, 6, 5, 4, 3, 2 и еще. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опять подняли ручки наверх. Держим. Вытягиваемся. Шея длинная, плечи давим вниз. Растем. И встряхнули руки. Чуть-чуть отдохнули. Подняли руки вперед. Держим. Шея длинная. Держим. И начинаем пульсировать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опять подняли руки наверх, отдыхаем, тянемся, плечи давим вниз, растем наверх. Делали балетные упражнения для рук. С помощью этих упражнений вы почувствуете, как ваши руки стали укрепляться. Если вам понравилось это видео,